все было видно. Проходите сюда, здесь тоже свободно. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать. Рады приветствовать заводчиков, которые сегодня собрались здесь, которые посетили нашу выставку, всех гостей, которые к нам присоединились и собираются присоединиться. Мы приветствуем чуть позже. Сегодня мы поздравляем вас с нашим юбилеем. 5 лет самой интересной выставки кошек. Давайте поаплодируем этому событию. 5 лет! Юбилейная выставка «Инфокот 2015». 5 лет назад эти мероприятия были не более чем демонстрацией породистых животных. Ну а сейчас у вас есть уникальная возможность познакомиться ближе с породами, пообщаться с заводчиками и пообщаться не просто в неформальной обстановке, а пообщаться на таких прекрасных стендах, которые они для вас сегодня приготовили. В эти выходные 75-й павильон ВДНХ снова становится самым дружелюбным местом на свете. А кроме этого, самым полезным, здесь вы сможете приобрести все необходимое у лучших производителей зоотоваров. Сегодня мы приготовили для вас много интересного. Много интересных сюрпризов ждет вас в течение этих 2 дней. Но обо всем по порядку. Дорогие друзья, перед тем, как объявить об открытии выставки «Инфокот 2015», я под ваши бурные аплодисменты и с большим удовольствием хотел бы сейчас пригласить на эту сцену тех людей, которые в течение всего года готовили эту выставку, готовили выставку «Инфокот 2015». Тех людей, которые стали идейными вдохновителями этого поистине грандиозного мероприятия. Итак, президент клуба «Кристалл» Ольга Мурашко. Ваши аплодисменты! Милана Баранова и Татьяна Квардина. Дорогие друзья! Итак, дорогие друзья, передаю микрофон. Татьяна. Каждый хочет сказать свое слово, конечно. Татьяна, вам слово. Уважаемые друзья, 5 лет, я считаю, что это очень хороший срок, очень красивая цифра для юбилея. Наш проект в этом году стал еще крупнее, собрал еще больше участников, собрал еще больше фанатов. И мы очень рады, что сегодня вы все вместе с нами. И мы очень рады представить вам наших самых надежных партнеров, наших спонсоров, наши компании, 2 из которых вот уже многие, не побоюсь сказать, годы являются нашими крепкими плечами, нашей опорой. Это компания Suprema, она присутствует у нас на выставке, поприветствуем их. Это компания Pet Continent, такие же аплодисменты, и спасибо вам огромное за то, что они с нами. И 2 компании, которые дебютировали в прошлом году и с удовольствием остались с нами, я надеюсь, на долгие годы. Это компания Диметра, ваша аплодисменты, и компания Гранд Альфа. Спасибо им огромное, что они с нами, мы счастливы. А теперь несколько слов от моих коллег любимых, Светлана Баранова. Здравствуйте, дорогие гости. Я также хочу вас поприветствовать на нашем юбилейном проекте. Нам 5 лет. Это небольшая дата, но я надеюсь, что через 5 лет мы будем праздновать следующий юбилей. И мы у нас такой зрелищный, интересный проект, в первую очередь, благодаря нашим заводчикам. Это людям, которые делают эти потрясающие породные стенды, которые вкладывают в них всю свою душу, всю свою любовь. Давайте бурные аплодисменты для них. Именно благодаря этим увлеченным людям у нас есть как не только постоянные участники, но и постоянные посетители. К нам каждый год очень много людей, которые приходят каждый год и говорят, мы были у вас в прошлом году, с удовольствием придем в этом. Нам очень все понравилось, и этот проект уникальный, в России больше такого нет. Поэтому мы ожидаем в этом году такое же количество посетителей, как в прошлом. Я всем желаю терпения, удачи. Надеюсь, у нас все пройдет хорошо. Спасибо вам.
Сейчас предоставляю слово нашему идейному вдохновителю, основателю этого проекта Ольге Мурашко. Доброе утро всем. Сегодня, когда вышла на улицу, я говорю, хорошие мы все-таки люди, любят нас Боженька, что такие выходные после такой недели подарил нам такую погоду. 5 лет действительно исполнилось нашему ребенку. Я всегда инфокод говорю, что это мой второй ребенок после дочери. Называем его ребенком, потому что вы не представляете, сколько он отнимает силы, времени, внимания. Это действительно 5 лет мы эту выставку выращиваем, растим, смотрим, как она с каждым годом хорошеет, хорошеет. И несмотря на все потраченное время, сейчас, в субботу утром, когда я вижу этот зал, где же наш потрясающий породный стенд, я понимаю, что никаких сил не жалко, чтобы мы с вами вместе, не мы втроем и наши замечательные однокупчане, мы все с вами вместе делали такой праздник для детей, которые любят действительно котиков и вообще пытаются, то, что на них говорят, outside box, да, видеть что-то большее, чем просто какие-то штампы. В этом году инфокод счастлив принимать у себя региональное шоу «Тика». Ральф Штатер у нас тоже здесь. Нет, Ральф. Ты Павел, по-английски же пора учить полрегиона России. От себя, всем спортсменам, всем, кто выставляется, я хочу пожелать удачи ни пуха, ни пера вам. У нас сейчас будет еще представление систем, оставайтесь. Много-много вам побед. Я надеюсь, подарки, которые подготовили к вам системы, кубки, розетки, а также подарки от наших спонсоров, прекрасно скрасят ваш день. Всем удачи. Спасибо вам большое, что вы есть, что мы все вместе. Вместе мы сила. Мы только растем. И я со следствием согласна, что через 5 лет мне страшно представить, что это будет, потому что мы идем такими грандиозными шагами, что сами даже немножко побаиваемся. Все, спасибо вам. И мы начинаем. Пока у нас не открылись ворота для посетителей, представлять наши породные стенды. Спасибо, всем удачи. Давайте еще раз поаплодируем. Ольга Мурашко, Светлана Воронова, Татьяна Гладкина. Спасибо.